Аркадий Семенов показывает то, чем еще недавно он отапливал свой дом. Дровяной котел много лет служил своему владельцу и его семье верой и правдой, но теперь способен стать разве что музейным экспонатом. Люк загрузки, сюда закладываются дрова, закрывается все. Здесь была труба, которая сейчас нет в данный момент для выпуска газов отработанных. Вот. И достаточно экономичный, конечно, котел, но все равно это дорого. Вот в несколько раз дороже, чем мы ожидаем сейчас. Дом Аркадия Михайловича наконец-то подключили к газоснабжению. Взамен дровяного рабочие установили газовый котел. Пришлось, конечно, потратиться, но это несравнимо с теми затратами, которые были раньше, говорит хозяин дома. Так что этого события он ждал с нетерпением. Этот проект начинался еще лет 20 назад. И в связи с тем, что это длилось долго, не было финансирования, то проект устаревал, то новые требования возникали. И поэтому все время как бы эта задержка не давала возможность довести до логического конца. Чтобы довести дело до логического завершения, были задействованы все силы. Депутаты «Единороссы», сотрудники городской администрации и «Сочи Горгаза» подключились к реализации проекта по газоснабжению. Теперь их радушный хозяин встречает горячим чаем. Если бы мы не работали дружно и оперативно, то мы бы столько населенных пунктов за последнее время не газифицировали. Я хочу сказать, что в 2009 году процент газификации города Сочи большого был всего 54%, а сейчас у нас за 90%. Барановский сельский округ должны полностью газифицировать до конца 2017 года. После завершения строительства магистрали подключиться к газоснабжению получили возможность более 500 домовладений, расположенных в селе Пластунка. Горная местность, не всегда есть возможность провести таким либо другим способом сети газоснабжения. Это очень, это не по степи, как на сегодняшний день, это можно проводить. А все-таки есть оползневые зоны, где можно, либо специальные работы нужно, поэтому что усложняет и удорожает эти проекты. Но несмотря на все трудности, в этом году голубое топливо появится еще в 4 населенных пунктах Лазаревского района. Ну а лет через 5, уверены городские власти, газификация будет завершена на 100% на территории всего Большого Сочи. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.